6 июля губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды представителям Росгвардии, которые участвовали в специальной военной операции. Шестерым сотрудникам глава региона вручил медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Памятным знаком губернатора за доблестную службу в Тверской области награждены Александр Пляскин и четверо сотрудников Росгвардии за мужество при исполнении воинского долга и успешное решение поставленных задач. Начальник управления вручил медали за отличие в службе второй степени троим росгвардейцам. Еще 10 сотрудников награждены почетными грамотами. Себя лично, правительство Тверской области, от всего тверского народа выразит слова искренней благодарности за вашу мужественную, самоотверженную работу, которую вы проделали по зову души и сердца. Вы не просто выполняли приказ Верховного Главнокомандующего, очень важно, что вы отстаивали национальные интересы Российской Федерации.